Я Наталья Непряева, и это Тверь Тим. Потому что я с самого детства занимаюсь лыжами, и ни к какому другому виду спорта я не испытывала столько интереса. Когда начало получаться, когда появились первые успехи на областных сначала соревнованиях, на детских всероссийских соревнованиях, тогда, конечно же, у меня появился первый азарт. Я поняла то, что я действительно могу стать хорошей спортсменкой. Все началось, наверное, с Олимпиады в Сочи. Очень хотелось мне туда попасть, но я понимала, что шансы очень минимальные, потому что все-таки я была еще тогда первый год по юниоркам. С тех пор поставила себе цель, что на следующую Олимпиаду я по-любому должна поехать. Та медаль – это, конечно же, самое большое мое достижение в жизни, и я к ней отношусь с большим теплом и трепетом. Но я считаю то, что это не предел моих возможностей. Нет никакой формулы успеха. Тренировки, труд, следить за своим здоровьем. В спорте тот, кто гонится за деньгами, мне кажется, он далеко не убежит. В спорте главное – это вот те эмоции, которые ты получаешь от того, что ты поднимаешься на пьедестал, когда ты выходишь на старт, когда ты пересекаешь финишную черту. Это не передать словами. В голове очень много планов, которые я безумно хочу реализовать. И я надеюсь, что у меня получится сделать что-то полезное для Тверской области.